наверное, знают, что в стиле... Не брать ее на очередном задании. Ну вот у меня, например, возникает два питания. Первое питание – это то, что фальсификовать у нас умеет не только Ермош. И вот, насколько я памятаю, в 2010-м годе ходили, так сказать, сирот уже блогеров, такие размовы, что вот некоторые голосования, скажем, за определенных кандидатов в интернете, и они были накручены. И вот те не перетворится вот такое голосование некое, типа там некого один кандидата, типа некой рады, ну вот просто вот, поборничество, скажем, технологии, как вот вы, Вячеслав, сказали. И другое питание, какая будет репрезентативность такого голосования, на вот хай оно будет там.